16 декабря в стенах Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялся семинар, тема которого затронула новые требования по согласованию планов развития горных работ и оформлению горно-отводной документации при разработке месторождений твердых полезных ископаемых и подземных вод. Участие в семинаре приняли представители Союза маркшейдеров России и Ростехнадзора Татарстана. На данном мероприятии участники обсудили возможные изменения планов развития горных работ и горных отводов. Основной целью данной политики является достижение обновленной деятельности горных предприятий, которая может быть достигнута только при соблюдении нововведенных норм и правил безопасности. Говоря о текущей ситуации, представители КФУ выразили готовность принять участие в развитии механизмов технического регулирования, включая согласование планов развития горных работ. И в этом плане наш центр, он реализует свой девиз: мы объединяем возможности всех для успеха каждого. И нам очень приятно иметь дело и сотрудничать с такими организациями, которые идут на передовых позициях вот той или иной отрасли.